Новосибирский планетарий. Второй этаж после просмотра фильма. Полный экранный фильм. Очень интересно. Очень красиво и очень необычно, по крайней мере, мне. Здесь есть куча экспонатов. Адский плазменный шар. Чудо чудное, диво дивное, гигантский телевизор. Космонавтами. Настоящие космонавты. Сегодня нет. Черные дыры. Не каждый день мы бежим, мы работаем 6 дней в неделю. Вот так вот. Никит, иди сюда. Ну ко мне подойди, говорю. Там вот вернутся свои телескопы, показаны для людей. Но это уже вечером, там группа надо. А это сообщают на сайте, да? Конечно, да. Понятно. Если то есть... погода хорошая, то слушай, спокойно. На сайте смотрите, вся информация там. А просто ассоциации, то, что как бы живое небо где-то посмотрите. Пока да, 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 вот здесь вот у нас делают, сейчас вот запускаются большие телескопы. И, конечно, там будет уже более интересно. Ага. А когда большие запускать будут? Мы постараемся сейчас заморозить купола, постараемся их по весне открыть. По весне, да? Вы же недавно открыты, с февраля вот этого года. Год уже работаете. Ага. Год уже работаете. Спасибо большое. Санта-Клаус строит для чуваков по реке какую-то трубу. По-видимому, телескоп. Да. Одни из них горшие. Ну, а здесь видно Новосибирск. Издалека. Первый этаж. Пройдемся, посмотрим. Раздевалочка, продажа билетов. Компас. Показывает, собственно, здесь, что и как находится. Показ полноэкранных фильмов и продаж билетов, соответственно, на них. Очень достойно, красиво, интересно. Всем добро пожаловать. Ну там все вместе, да? Все вместе. А, сидеть? Да, да. Конечно. У нас все в порядке. Сейчас, к сожалению, нет, потому что день у нас вечернее наблюдение проводится определенный. В общем, продажа билетиков на просмотр в телескоп происходит позже, не сейчас. Все интересуют, собственно говоря, а где же можно посмотреть на звездное небо. Всем говорят, что это происходит вечером, в определенные дни. Смотрите информацию на сайте. Телескопы, кстати, основные еще не запущены. С нетерпением ждем. Ну, сделано очень достойно. На самом высоком уровне лифты, туалеты для инвалидов и все такое прочее. Очень добро пожаловать. Гостей города можно смело сюда везти, потому что очень интересно и красиво.